возникновение особых случаев в полете. Наиболее важный компонент противолодочного оборудования вертолета – его поисковая система «Осьминог» или поисково-прицельная в случае модификации вертолета – противолодочный. В лаборатории группы регламентных работ и ремонта противолодочных средств поиска мы сымитировали действия комплекса. Сначала спасательного. Вот на вертолете расположены эти блоки. Так. Антенна расположена под обтекателем в носу вертолета.